В Международный день семьи в отделе ЗАГС номер 3 в городе Ликино-Дулево прошло торжественное посвящение в родители. На праздник были приглашены три супружеские пары, в семьях которых родились первенцы. В этом году в нашем округе родилось более 300 детей. Увеличилось количество многодетных семей. Самыми популярными именами в 2019 году стали Артем, Александр, Мария. И самые редкие имена, которые родители давали своим деткам, это Ева, Теодор, Аким. Сейчас уже пошла тенденция, что стало больше рождаться вторых и в последующем третьих детей в семьях. Поздравить новоиспеченных родителей приехали заместитель главы администрации городского округа Ликино-Дулево Денис Банцекин, депутат Совета депутатов Евгений Смолин и представители Ликино-Дулевского благочиния.